Здравствуйте, уважаемые друзья! Я рад вас приветствовать на нашем канале, где мы упражняемся и развиваем наш самый важный орган под названием мозг. Я напоминаю и очень верю в то, что вы смотрите специальные картинки и слушаете музыку Моцарта. Итак, переходим к нашему упражнению. Закрепляем то, что было ранее, и добавляем немножко больше амплитуды. Левой рукой все классно, сгибаем в локтевом суставе, правой рукой ладонь, большой палец под ладонь. И ставим нашу правую руку под локоть левой руки. По хлопку меняем положение рук. Приготовились. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Можно быстрее. Раз, два, три. Раз, два, три. Быстрее. 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 Когда получается, закрепили. Хлопки делаем два раза. Одни в ладоши, вторые по коленям. Приготовились. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Можно. Быстрей. Можно. Понятно, да? В общем, поигрались, закрепили, запомнили. Напомню, что данные игры можно играть в парах. Это очень классно для саморазвития и... Мало того, что вы развиваетесь, а еще и очень весело, классно и прикольно проводите время. Если для вас видео было интересным и полезным, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и дальше будет еще интереснее, поверьте. Я для вас оставил очень классные и полезные упражнения, с которыми поделюсь в будущих выпусках. С вами был Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Пока-пока!